Ребята, всем привет! 1 августа 2020 года стартует новый 11-й гитарный марафон, длительность которого составит 3 месяца. На выполнение задания у вас будет не 3 дня, как раньше, а 7 дней, то есть ровно неделя. То есть за неделю можно сделать прям очень качественно, очень чисто, еще раз перепроверить и отправить задание. Задания даются следующей последовательности. То есть вы получаете задание только тогда, когда сделаете предыдущее. Но в конце марафона вы получаете все задания сразу, независимо от того, сделали вы там второе задание, или третье, или четвертое, или пятое, или не сделали. Также в этом марафоне будет 3 класса сложности. Будет марафон для самых маленьких, средних и чуть выше средних. То есть по сложности он подойдет каждому. Задания будут примерно следующего уровня. То есть вы должны будете, например, на первом этапе вы должны будете сыграть, там, скажем, акценты. Это, например, для самых маленьких, чтобы просто поставить руку правильно, чтобы посмотреть на то, как вы играете пульсацию вот эту, и просто познакомиться с вашим звукоизвлечением. Для ребят, которые уже что-то играют, уже что-то делают, можно посмотреть, будет задание немножко посложнее. И, скажем, для тех ребят, кто уже выше среднего, то есть будут уже немножко задания там... какого-то такого характера, чтобы уже дать толчок дальнейшему развитию. Как все будет происходить? Вы получаете от меня 3 ссылки на разные классы. Это получается класс А, класс Б, класс С. Самостоятельно выбираете, какой подходит в этом туре вам урок, какая сложность в этом туре для вас, и делаете ее. То есть для самых амбициозных, конечно, я бы порекомендовал играть всегда класс А. Это самый сложный класс, но самый такой техничный класс, который вас и подтолкнет. Если не получается, можно сделать класс Б или уже откатиться на класс С. На протяжении всего марафона у нас будет работать чат в WhatsApp, где каждый может что-то спрашивать друг у друга. То есть у кого как получается, или у кого как не получается, можно обмениваться своими видео друг другом, и чтобы это друг дружку подстегило. Еще раз повторю, длительность марафона 3 месяца. Задания получают все. Даже если вы не делаете какое-то задание, вы все равно в конце марафона открываются все задания для всех. Но по тому, как будет идти марафон, то есть задания открываются последовательно, то есть каждую неделю одно задание. И если вы, например, не делаете предыдущее задание, вы вовремя не получаете задание. То есть вы его получаете только тогда, когда его делаете и присылаете. Тогда вам открывается следующее задание. Но по окончанию марафона вы все равно получаете все задания. Несмотря даже на то, что если вы не сделаете вообще ни одного задания. Вот такие правила в этом марафоне. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в марафоне? Вам нужно пройти по ссылке, которая идет ниже в описании к этому видео, или же зайти на этот сайт и на главной странице нажать на кнопку «Гитарный марафон», там, где все бегуны, и на этой странице заполнить анкету, написать фамилию, имя, телефон и почтовый ящик, и ждать ответа от меня. Вот, собственно, все. Желаю вам удачи и до встречи на гитарном марафоне. Пока!